Наблюдатели уже усмотрели в действиях украинских властей грузинский след. Надеть наручники прямо на рабочем месте под прицелом телекамер и по обвинению в финансовых махинациях – это прием, который использовался правительством Михаила Саакашвили. А команда бывшего грузинского президента, напомню, сейчас широко представлена в киевских коридорах власти. И сегодня же своего поста лишился глава Днепропетровской области, миллиардер Игорь Коломойский. Официально он уволился по собственному желанию, его отставку принял президент Порошенко. Однако аналитики уверены, что олигарха, что называется, ушли. Отставка последовала за громким скандалом с вооруженным захватом бойцов Коломойского компании «Укрнафта», самого большого в стране предприятия по добыче нефти и газа. За ситуацией следит наш киевский корреспондент Виталий Школьный. Президент Петр Порошенко с днепропетровским губернатором встретился лично во вторник за полночь. А уже около двух ночи на сайте главы государства появился указ об отставке чиновника. Официальная версия – Коломойский ушел добровольно. Неофициальная – на Порошенко повлиял посол США в Украине Джеффри Пайет. У Петра Алексеевича не было выбора, нужно было попрощаться с олигархом. Пайет также лично пообщался с Коломойским и публично посоветовал ему работать по законам демократического государства, а не по законам джунглей. Обратите внимание на заявление Пайета в пятницу. Коломойский поставил это предостережение в игнор. И это была его ошибка, потому что за выходные резко изменилась позиция силовиков. И явно Коломойский увидел в том, что баланс сил не на его стороне. Очевидно, в этой ситуации он отступил и был достигнут компромисс, по которому Коломойский, собственно, уступив пост губернатора, получил гарантии неприкосновенности собственных активов. Государство продемонстрировало, что оно защищает свои интересы в газовой и нефтеотрасли. Уход Коломойского – это компромисс. Своеобразный сигнал обществу и миру. Острых форм конфликта и новых вооруженных захватов не будет. Не будет и бесконтрольного распределения сфер влияния между олигархами. И это важный этап в становлении новой Украины, убежден соратник Петра Порошенко Сергей Лещенко. Но договариваться с проблемными деятелями, владеющими огромным состоянием, все-таки придется. Это существенный удар по позициям Игоря Коломойского и его окружения в политике и бизнесе. Укрнефть – это ключевое для них предприятие. Это государственная компания, которая отвечает за всю нефть страны. Президент и его окружение посоветовали Игорю Валерьевичу оставить предприятие, но он не согласился. Сошлись на том, что ситуацию на время заморозят и будут решать без телекамер. Все-таки в этой скандальной истории победитель Игорь Коломойский. Здесь у здания «Укрнафта» вырос высокий железный забор. Предприятие охраняют бойцы батальона «Днепр-1». Менеджмент тот же. Все управление в руках бизнес-группы «Приват», подконтрольной опальному олигарху. Словом, это место в престижном районе Киева как насмешка над властью. Порошенко здесь вход воспрещен. Здесь начинается самое интересное, говорит политолог Андрей Золотарев. Президент и премьер запустили большую игру против олигархов. А ведь бизнес-структуры, которые поддержали их на пути к власти, требуют возврата долгов, влияния и передела капитала в стране. Эта война, она будет продолжаться, потому что мы наблюдаем сейчас процесс такой себе олигархической реструктуризации, которая началась после Майдана, когда одни олигархи утратили свое влияние и значительной степени активы, как это Пинчук, Ахметов. Другие же, наоборот, набирают силу и вес, как это было с Коломойским до недавнего времени. Формируется новая олигархическая группа вокруг премьера, вокруг президента. И эта борьба, судя по всему, рискнул спрогнозировать, что следующим этапом этой борьбы станет обострение противоречий между президентом и премьером. Петр Порошенко тоже олигарх. Его капитал около 1,5 миллиарда долларов. Сам факт, конечно, нельзя считать преступлением, если деньги заработаны честным путем. Вопрос в том, сможет ли глава государства, сделавший карьеру и сколотивший бизнес в олигархической Украине, кардинально изменить законы, по которым так много лет жил он сам и вся страна. Коломойский написал заявление об отставке не только из-за воли американцев. Бизнесмен понимает, его рейтинги и поддержка в обществе стремительно падают. После хамских выпадов в адрес журналистов, захвата госпредприятий и открытого шантажа власти, его соратники посоветовали бизнесмену лечь на дно. Окружение олигарха обещало также созвать в Днепропетровске Майдан, но вскоре отказалось от этой идеи. В субботу в городе проведут только митинг за единство страны. Для мести.
Президенту Петру Порошенко олигарх Игорь Коломойский найдет другое время. Виталий Школьный, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев.